Energy. Do damage. Так. Так. Сейчас тут пойдет, поедет. Четыре вьювера рисанулось. Так. О, хорошо. 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 Так, сейчас я проверю. Последний штришок. Стопай. Джошик спасенный или триумф Хопперка? Поток пошел. Аллилуйя. Как ночью в Диабло покатал. Еще часик поиграл. Еще часик, я уже 20 уровня с чем-то. Так, здравствуйте, уважаемые. Сегодня у нас очень важная миссия. Очень важная миссия. Мы добрались до КР Морхена. Мы помогаем Йеннифер разобраться с Умой и понять, что же скрывает этот маленький щегол. А, фак, я не зашел на аккаунт Максимуса до сих пор. Фак. Где он там? Я отнубила. Так, а где у меня Steam здесь? Steam, наверное, здесь. Ага, да. Так, мои сообщения. Так, не скоро. Так, не спойлерите. Не спойлерите, сволочи красные. Так. Так. Фига на часик за 3 зашел, он мне сказал, что ненадолго. А я зашел ненадолго. Ненадолго. Потом ты мне сказал, Хапа, хочешь, я тебя прокачаю? Я понимал, что у меня всего пару минут. И сказал, что ненадолго. И совершенно правильно сказал. Но потом у меня появился еще часик, когда кукушка заснула. Кики-кики. И я Изи Катыч поиграл еще чуть-чуть. Я надеялся, на самом деле, что ты будешь в онлайне, но тебя в онлайне уже не было. Да слушай, я не могу рассчитывать на то, что я с кем-то в этом сезоне поиграю, потому что... Да какое мне поиграть? Какое мне поиграть, братан? Что тут вообще может еще быть? Измени игру на Твиче. Ага, спасибо. Спасибо, братан, я действительно не обратил на это внимания. Угу, я совершенно гуфнулся и спать ушел. Очень уважаемый. Либо кукушка, либо поиграть. Так, я нафейлил с логином, паролем. Угу. Только пришел, а уже на жизнь жалуешься? Я не жалуюсь на жизнь. Я сказал, что много не поиграю. В этом нет ничего плохого. Это хорошо. Так, где у нас The Witcher? The Witcher. О боже, у Witcher качает обновление. Fuck my life. Уже 10%. Ребята, не подскажете, на каком месте он в последний раз остановился? Конечно, подскажу. Мы привезли Уму в Каэр Морхен. И сейчас мы помогаем Ламберту, Эскелю, если я правильно его имя запомнил, Эскелю, да, и Йеннифер с девайсами. Ну, Весемир пока никаких квестов мне не дал. Здорово, Карлсон.
Подготовился, гляжу. Иди ты в задницу. Я в 14 часов оказался уже дома. Здесь, на работе. Так что не бузи. Один двенадцать вроде. Ну, 40 метров уже скачал. Ой, 40% уже скачалось. Так что недолго ждать. Блин, Каэр Морхен уже, пойду я тогда, не хочу спойлеры смотреть. Ах ты жопа, до сих пор Ведьмака не прошел. Я-то понятно, почему не прошел, я вымогатель, а ты? Что тебя оправдывает? Тоже кукушка? Дамокловым мечом. Висит. Ну, своя кукушка. Впервые смотрю стрим по Ведьмаку, надеюсь, что будет интересно. Да ты чё, Ведьмак такая хитяра, братан, что ты даже себе не представляешь. Это настолько хит хитов, что вообще вот слов нету. Это же топ игра... Это же топ игра этого, 2015-го. А я лентяй, даже прем лень купить. Ну вот, что это за человек? Это, наверное, второй DLC. Первый Каменные сердца, второй что там еще? Да не, подожди. У Максимуса, кстати, было оба DLC. Вообще, если посмотреть, что у него тут есть в качестве DLC, это просто тихий ужас. А, да он просто... Он просто накачал дополнительных аддонов. Он накачал дополнительных аддонов, а они на моем компе не стояли, поэтому сейчас они загрузились. Ох уж этот Максимус. Знаете, такая американская ситком-шоу. Ох уж этот Максимус! Так, ладно. Запустить. Надеюсь, никаких косяков не будет с запуском после этого. А то это будет такая трагедия. Так. Так ты с Йен уже спал или нет? Мы сделали это на единороге, сладкий пирожок. Так. Не надо сразу. Сразу здесь. Игру переключить на Ведьмака Спасенного. Я вообще в него не заходил. Ну, конечно, конечно. Конечно, так мы поверили ему. Не верьте ему, этому Максимуту. Ах, красивая заставочка. Ладно. Так. Загрузка. Уродец 9 января. Это про нас? Уродец 9 января. Это мы? Это мы. Погнали. Ручное сохранение. Читаешь ли ты важным прохождением первой и второй части перед третьей? Самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Скажем так. Видно, что... Видно, что разработчики, поскольку прекрасно понимали, что ранг третьей игры очень-очень велик. Очень велик. Они просто банально... О, это мы наверху с Сенифер. О, привет, давайте... Геральт? А что так темно? О... Ты когда-нибудь думаешь о прошлом? О том, как ты была с дикой охотой? Иногда. Мне странно, что мы выжили. Иридин обычно не оставляет свидетелей. Он и не оставил. Когда я бежал, я потерял память. А, это твоя знаменитая амнезия. А у тебя ее не было? Только какое-то время. Когда я попала в руки имперских чародеев, память ко мне быстро вернулась. Угу. Так, давайте ее троллить. Будем ее Почему троллить? Ты меня не искала, когда к тебе уже вернулись и память, и свобода. Я предположила, что ты быстро придешь в себя, и это ты меня найдешь. В твоем распоряжении были имперские чародеи, а я был совсем один. Ну, не так, чтобы совсем один. Кроме того, я знала, что ты должен был бежать. Потому что Иридин никогда бы тебя не отпустил. Чё так темно? Это тут как-то... Мне он стёр память, но вполне возможно, что тебе не сумел. Надо было реально учитывать тьма какая-то. Мутации. Я рассчитывала, что они воспрепятствуют всем повреждениям.
Ладно, она не троллится, короче, вообще никак. Я еще думаю. О чем? О, вот, 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 нормально. Чувствуешь какой-нибудь эффект от нашей встречи с Джином? Да. И теперь жалею. Ты хочешь сказать, что... Жалею, что мы не попробовали этого раньше. Гораздо раньше. О. Думаешь, мы бы уже ссорились? Как раз наоборот. Зато все остальное у нас было бы более насыщенным. Вот как сейчас. Ладно, я понял. Все. К сожалению, Света не завезли, поэтому валим отсюда. Что это же тьма. Тьма замков старых, секс-хер. Я пытался, ребят, я пытался к ней поприставать такой. Ну что, Дига, Дикуленька, не хотите выпить? Ну ладно, нет, так не вышло. Не, честно говоря, я хотел ее развести на разговор от Рис. Я думал, она начнет беситься. Господи, боже мой, побесить, это вот самое оно. Так, Эскель или Ламберт? Ну, судя по всему, Ламберт здесь прямо сидит. Так что погнали с Ламбертом сначала. Чего уж тут, до Эскеля долго. Пульс редкий, но ровный. Весемир там. Здорово, Ламберт, братишка. Что там, эликсиры варишь? Нет, самогон из зачистков. Я так понимаю, к моему приезду. Скорее, к моему отъезду. Ты не слышал? Госпожа Чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Сказала, это нужно, чтобы снять проклятие с этой вашей уродины. Так, давайте на него сразу надавим. Надавим. Знаешь, что это, и как ты выразился, уродиной, может быть Цири. Угу, я слышал. Так может, проявишь немного сочувствия? Я называю вещи своими именами. Такой уж у меня характер. Говнюк ты, короче. Херовый. Я думал, тебе нравятся вредные. Женщины. О, да. Тогда ты нашел лучшую. Но хватит об этом. Круг стихий ждет. Звучит не слишком восторженно. Потому что я не в восторге. Ты хорошо знаешь, что путь к кругу — нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну, со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Ну что, ты готов? Так. Пойдем, нечего ждать. А, кстати, теперь через город-то до круга не доберешься. Той весной перевал накрыла лавина. Ну, значит, кстати, надо идти со стороны пруда. Как во время испытания медальона? Верно. Помнишь, как идти? Такое не забывается. Тот, о, свет наконец-то. Медальоном вернется, докажет, что всего достоин и на путь ступить может. А Весемир слышал, как ты его изображаешь? Дыра осталась еще от Саволы. Что вы ее не замуровали? Что-то... Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что саламандры так мало дыр оставили. Или не развалили эту халабуду до конца. Ну так-то, знаете, так-то он странные вещи задвигает, потому что я вот никогда этой штуки не понимал. Она еще фигурировала, ну, их ведьмаков 4 штуки. Какое в жопу сдерживание осады в этом замке? Они не могут с ним справиться. Он им не дает никакого преимущества, их мало. Черт. Так. Почему иногда быстро говорят? Нам что, плыть через весь пруд? Нет, у меня лодка есть. Я тут рыбачу иногда. Вот те раз. Вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой. Я пользуюсь бомбами. Кидаешь одну и вылавливаешь, что всплывет на поверхность. Молодец. О, это многое объясняет. Ламберт. Ламберт хоть и говнюк, но харизматичный. Ведь раньше их было больше. Разговори его, поймешь, почему он такой. Я стараюсь с ним говорить, но, кстати, один диалог уже из-за того, что мы к дыре подбежали, скипнулся, к сожалению.
Да в смысле, конечно же, понятно, почему он такой. Что-нибудь плохо было. Классическая ситуация. Мамка пьет, папка бьет. Так, что за фигня? Стопе. Гарпия. Ой, лол, автоприцеливание, такая халява. Иди-ка сюда. Господи, это такой, такая имбень. Так, где мой арт? Хорош. Где мой Блэйдсторму? Иди-ка сюда. Ага, пари тут, на. Ох, куда я за Блэйдштормовал? Куда-то не туда Блэйдшторм дал. Ну-ка, иди сюда. Опа! Хорош, халява. Отличная игрушка этот арбалет. Надо такой же достать. А что, у тебя нет арбалета? Да ну-ка, иди не беси. Ой, подожди, это Акси, мне нужен арт. Просто кайф. Крапа их мало только в гильдии волков, потому что они перестали делать ведьмаков, а в гильдии медведей их очень много. Ничего себе. Какая жуткая хрень. Перестали делать ведьмаков? Что, дети предназначения кончились? Аза-за-за. Куда ты дожил? Иди сюда. Ну, я поражен. Где ты этому научился? Один старый мастер показал мне пару приемов, когда я был в Зарегале. Ладно, ладно. Припаси свои побасенки для очередной чародейки. Так. Ведьмаки не уважают арбалеты. Геральт уважает. А Геральт главный ведьмак. Как у тебя с Весемиром, поспокойнее? Вроде да. Старичок перестал читать мораль. Я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Средние. И знаешь, замок большой. В нем несложно разминуться. Ага, понятно, они избегают друг друга. Ламберт и Весемир избегают друг друга. Вот же. Угу. Так, мы дошли. Зараза. До... Я же и здесь привязывал. Может, веревка лопнула? Да ты что? Я-то думал, лодка сама отвязалась. Вот зараза. В таком тумане мы никогда... Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты. Ну, погнали искать лодку. Вот есть следы лодки. Следы лодки. Следы лодки. Следы лодки. Ищем лодку. Не кажется ли там упопцы? Не любишь серебра, да? Ой, хорош. Блэйдмастер Блэйдсторм на GG. Хорош. Так. Иди сюда. Я плохо дожил. Так. Водная баба. Ее еще тут не хватало. Ох ты, жопа-то какая. А, сука. Водница. Ну, еще кидайте, сука. Хорош. Так, если тебе понравилась песня «Льда и пламени», почитай «Ведьмака». Так, а я читаю, вот только очень плохо. Вот пещеру с другой стороны. Видишь? Последний раз читал месяца три назад. Пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет. Но все равно оторопь берет. Ты знаешь, что из моей группы вернулись только двое. Слушайте, а что-то странное со освещением. Или это мы просто утром? Угу.
Вот давайте его посмотрим. Тебя до сих пор это мучает? Мучает? Нет. Просто бесит. На кой хер это испытание? Все равно большинство тех, кто вернулся из круга стихий, сгинули в течение года на каких-нибудь болотах, охотясь на утопцев по кроне 30 за голову. Зачем все это? Весемира спроси. О, я спрашивал много раз. Уверяю тебя. Ладно, собираемся. Прыгай в лодку. Хорошо. Но поведу я. Это почему? Потому что это моя лодка. И все тут. Угу. Так. Не кажется, или с настройками яркости какие-то проблемы? Как вы думаете, поковыряться в них или не надо? Давайте попробуем поковыряться немножко. Поправь освещение, не видно нифига. Да, мне тоже кажется. Значит, настройки видео. Гамма. Двигайте бегунок, пока рисунок станет едва заметным. Опа. А и мне едва заметен рисунок вот здесь вот. Давай-ка вот так вот пока. Назад. Назад. Продолжить. Стало попроще, друзья? Это повлияло на вас? Так, сесть в лодку. Нет разницы. Папа, покажи мечи, пожалуйста. Сам эту посудину делал. Чуть попозже, бро. А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь. Я дальше носа ничего не вижу. Так, сейчас мы с Крякином каким-то драться будем, чувствуем. Туман густой, как молоко. В тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Господи. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопает. Не учи дедушку кашлять. Не учи дедушку кашлять, хитяра. Хорошо, мы уже близко. Ядрить они топят на этой лодке. Чисто пацанские разговоры, да. Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Ты обичевенстер? Так старый грот еще там сидит? Если только не оказал нам услугу и не сдох сам, то да, сидит. И в любую минуту может выйти. Так давай его убьем, лол. Как там было в нашем стишке? Чутко дремлет старый грот. Кто разбудит, тот умрет. Пойдем. Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Не, ну он прав. Он прав, что это иллюзия, конечно же, Ламберт. Но, блин, давайте проверим, какая нам разница. Нам убить пару демонов, это всегда хорошо. Давай проверим, на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Я знаю, что это обман, друзья, но как же я могу не спасти пацана? Точнее, там сейчас какая-нибудь... манипуляция, типа мимика или еще какого-нибудь говнилова случится. Сразу меч против урдалаков одеваем. Эй, малыш! Спокойно, ты уже в безопасности. Ну хорошо, ты был прав. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про ум? Позже обсудим. Сперва займемся туманниками.
Ну что, говнюки. Ах ты жопа, что. Опа, опа, опа. Не убивай меня, говнюк. Так, освещение все еще плохое. Кто бы мог подумать? Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь долго вспоминать. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, как славного Геральта из Риви обманули как младенца. Помедитируй до дня. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Да, вот. Когда речь идет о чьей-то жизни, лучше перестраховаться и подуть на холодное. Разумеется. Вот я точно. Благородный белый волк никогда не оставит человека в беде. Ну просто святой, а не ведьмак. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Угу. Один из наших. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и голос. Очаровательно. Ну это да, жесть вообще. Меня уговаривать не нужно. Знаешь, я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит. Так. А, значит, бэкспейс, медитация... Ой, господи. Медитация. Давайте-ка, друзья, помедитируем до солнышка. А то что-то как-то темновато, да? Я не знаю, чем это такое. Они, видимо, какие-то режимы новые. Вам стало лучше? Может быть, альтапчик как-то плохо все это дело? Значит... Продолжить. Как вам? Нормально? Светло более-менее? Уважаемые. Да, Ром, все, играй спокойно. Хорошо. Днище, мясо подбрили. Шикарно. Мутновато. Так. Так, мне бы кошку замутить. Так, где моя алхимия? Нет, не медитация. Выход. Алхимия. Где кошка, 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 кошка? Эликсиры, кошка. Не хватает ингредиентов. Чего мне не хватает? Плод берберки. Нет у меня кошки, и берберки у меня нету. Жопа мне. В темноте буду бегать. Так. А здесь зато у меня есть в снаряге факелок. Вроде как. Так, факел, да, обычный предмет. Отсюда. Кто-то хотел пушки посмотреть. Вот стальной 144-176 и судьба 233-285. Так. Бомбы сделать, у тебя есть возможность. Да нафига мне эти бомбы? Твою мать. Слишком высоко. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Ведьмак, одинокий охотник. Но даже ему порой нужна помощь. Слава Весемира. Готов? Вот жердяй! Раз, два, три. Да и ты нелегкий. Ну, идем. Угу, погнали. Эту стену можно было бы взорвать ардом. Ага,
и разбудить старого Грота. А ты что, боишься? Нет. Просто я обычно думаю, прежде чем что-нибудь делать. Потише. Да ладно тебе, я поскользнулся. Так, подождите, мы сейчас будем... Что за фигня? О. Ай! М? Что-то мне в глаз попало. Какой-то осколок. Главное, чтобы не осколок льда. Не то станешь еще вреднее. Вот это хиты, хиты, конечно. Нормально, опремся по пещерке. Где грот-то? Не жердяй, таскает на себе много лута. Слушай, хуже. Это ощущение, что я слышу, как он там это... Плесенью несет. А ты чего ждал, что будет пахнуть фиалками? Я бы не возражал. Ощущение, что там кто-то храпит. А, смотри, как сладко спит. Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся? Ну, давайте. Можем подойти как-нибудь хитро? Так, он гуманоид или не гуманоид? Я вот не знаю. Ах ты жопа. Скучал по мне? Ладно, помните. Ты жопа такая. Да что ж ты делаешь? Да. Кек. Глаз циклопа. Ты цел? Да, да. Вроде да. Уходим отсюда. Постой. Это тебе за Вольтера, скотина. Разговариваем его. Разговариваем. Ты не помнишь? Такой, невысокий. Со шрамом на подбородке. Вот здесь. А, да, был такой. Ага, был. Остался здесь. Пойдем уже. Ну, понятно. Так, здесь у нас вообще что-нибудь есть? Есть же, наверное, какие-нибудь пирожки за то, что я... Так. Блин, оттуда ты держишься на одной руке. Все, у тебя такая силища богатырская в руке. Ну. Хорошо выбраться наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Лучше смотреть в оба. Мы на их территории. Навалил полные штаны из-за пары троллей? Я когда-то тоже красовался. А потом меня едва не убил простой паренек с вилами. И я отучился. Угу. Пойдем уже. Так, ну этот-то спрячь. Там-там-там-там-там. Угу. Топ-топ-топ. Ты глянь, как он от нас удирает. Тролли обычно себя так не ведут. Это что такое? Это тролли трусы или тролли засада? Ага. Ведьмаки, не ходи дальше. Это горы тролли. Гора тролла. А, да,
Мари, поговори с ними. Спокойно, мы хотим только пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить, другое делать, а иногда третье. Ну сколько можно? С дороги тупиться, а то я вас на гравий порублю. Дошло? Дошло. Поздравляю. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями. Валим отсюда. Во, говнюки. Кидают камни. Не кажется ли, камень или пещеру завалили? Так. Ламберт запарил. Сейчас они нас опять будут здесь убивать. Ты жопа, Ламберт, что ты пулишь троллей? Тролли же глупенькие. Так. Ну, чё, драка? Как мы бросить камень? Вы не ходи. Ведьмаки не понимать. Понимать, но мы все-таки должны идти к кругу стихий. Ты слушать все-таки. Мы к вам в замок не ходить. А там много камень. Красивый камень. А че тролли стали? Хватит уже с ними расшаркиваться. Это ничего не даст. Дай мне сказать. Ты разбираешься в переговорах, как они в грамматике. Мы вам плохого не сделаем, не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Мы бросать камень, а ведьмаки не отвечать, только болтать. Может, ведьмаки добрые? Ты глупый. Ведьмаки убивать чудища, а тролли чудища. Да-да, не строй рожа. Угу. Будет так. Вы здесь оставить острые дубины, вы пройти. Если нет, мы бить. Блин, мечи-то отдавать, это вата-ватная на самом деле. Слушай, ну тролли на самом деле мне показались в этой игре самыми безобидными и замечательными созданиями. Вот реально, злобного тролля как такового я вообще ни разу не видел. Они говорят как есть, они явно настолько тупы, что прям в комбинацию не могут. Так что я думаю, что оставим мечи. Я не думаю, что они нам устроят какую-то морду. Но заберем их, когда будем возвращаться. Мы их не нужно. Металл, фу, щиплет рот. Спятил? Делай как я и не ори. Так, добираемся до круга стихий. Ты, видно, не тот путь в жизни выбрал. Если я еще не забыл уроки дядюшки Весемира, ведьмаки убивают чудовищ. Плохо помнишь. Ведьмаки убивают опасных чудовищ. Они кидали в нас камнями, Геральт. Поплачься, Эскелю. Ну да, в смысле, конечно, кидали камнями. А ты не кидал бы камнями, если... Ты тупой. Ты тупой тролль. Мы на месте. С этим не поспоришь. Вот холера. Красивый вид. Глядимся позже. Наверное, если даже ты это заметил. Геральт, за кого ты меня принимаешь? Дай подумать. За грубияна? Возразить нечего. Ну хватит комплиментов. Давай за работу. Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени. Ладно, дедушка, не оправдывайся. Зажги факелы и положи филактерий на алтарь. А я сделаю все остальное. Зажги факелы. Положить филактерий на алтарь. Как там было? Сначала вода, потом земля и воздух.
Так, а что здесь? Хорошо. Филактерий на месте. Ну, осталось только минуту подождать. Контейнер наполнится силой стихий, а мы пока отдохнем. А здесь типа огонь, воздух, вода и земля, поскольку в горах. А ты как справился с троллями на испытании медальона? Дай подумать. А, вспомнил. Я использовал Аксий. Но тогда против меня вышел один, остальные были заняты. Ну да, полезный знак. Недавно мне жизнь спас. Ну чего тебя спас? Интересная история. Отменная. Напали на меня двое разбойников. Один целился в меня из арбалета, а другой начал рыться в моих торбах. Сперва я приказал арбалетчику застрелить дружка, а потом повеситься Господи, самому. Господи, жуткая какая хрень. Ну да. Действительно, отменный рассказ. Правда? Животики надорвешь. Скажи, да. Ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Нет. Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхен, я был очарователем. Да вот. Настолько плохо быть ведьмаком? Говорят, бывает хуже. Жаль только, что у меня не было выбора. Такое было наше предназначение. Предназначение? Я расскажу тебе о предназначении. Угу. Мой отец был пьяницей. Стоило ему надраться, он убил меня и мать до крови. Мы каждую ночь молились, чтобы он наконец сдох. Один раз наши молитвы почти исполнились. Папочка заблудился по дороге в корчму и влез прямо в гнездо накеров. Но его спас один ведьмак. И знаешь, чего он захотел взамен? Судя по всему, тебя. Что первым увидишь в доме? Мою жизнь. За жизнь этой мрази. В гробу я видал такое предназначение. Ровно то же самое, что и Геральт сказал про Цири. Я не знал, прости. Когда в следующий раз задумаешься, почему я такой злой, вот тебе ответ. Ладно, хватит горевать. Ну пора да, собираться. Так-то грустно. Это Весемир его явно забрал. Ну, ведьмаком сделал так-то, хрен знает, может быть, ты и так говнюком бы вырос. А так ведьмак хотя бы. Надо забрать мечи, а то ведьмак без оружия, как без рук. Золотые слова, брат. Ведьмаки, брать острые дубины и идти домой. Угу, можешь меня не уговаривать. Пойдем, Геральт, пора. Так. А у меня чатик. Чатик работает. Сейчас секу, друзья. Секу, друзья, я проверю, что работает ли у меня чатик. Нет, не работает. Я-то думаю, что все молчат. А у меня чатик за. Чатик за это затупил. Закрыть программу. Стрим-чат приложение умерло. Сорики. Сейчас я перезапущу его. Вот вроде. Идея ненадолго останусь. Да нет, ты прав, возвращайся. Ты прав. Сань, когда ХС будет? Только после вас. Завтра. Захватываем чат. Все, больше не захватывайте чат. О, поискать следы эскеля у входа в Каэрморхен, не смогу думать чуть-чуть. О, все. Я уже... Все, новое задание. Дабы было после приманить. Так. Получено опыта. Это должны быть следы эскеля. В последнее время никто, кроме него, из замка не выезжал. Так, он на коне? Если он на коне, то где моя платвичка? Ой. Господи, боже мой, вот это шифтап у меня сработал. Хе-хе-хе.
Просто эпическая смерть. Хорошо. Филактерий на месте. Ну, осталось только минуту подождать. Ой-ой-ой. Дай подумай. Ну да. Да, Акси полезный знак и опасный. Это еще почему? Он искушает применять его слишком часто. Принудить купца сбросить цену, велеть дерзкому дворянину пить источник канавы, заставить относиться к тебе с уважением. Иногда трудно себе в этом отказать. Я и не отказываю. Жизнь слишком коротка. Скажи, ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Нет. Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхен, я был очарователем. Давайте спросим по-другому, заодно проверим, неужели так плохо быть ведьмаком. Настолько плохо быть ведьмаком? Говорят, бывает хуже. Жаль только, что у меня не было выбора. Одно и то же говорит. Какое было наше предназначение? Да, раз. Реально. Просто то же самое говорит. Ладно, я не думаю, что я буду ему грубить в последнем завитке. Надо. Ведьмак! Угу. Можешь меня не уговаривать. Ты одно и то же спрашиваешь, Кек. Нет, в прошлый раз я рассказал про охренительную историю, и он сразу сказал про циничного сукиного сына. А сейчас я расспросил про Акси опасный знак или не такое. Иди, я ненадолго останусь. Нет, ты прав, возвращаемся в замок. Ты прав. Ой. Сейчас, уну момента. Что вы хотите? Забирайте. Наверное, потом. Так, здесь у меня. Все, хорошо. Опять. Во втором выборе то же самое спросил. А во втором, да, может быть. Первое. Спросил, он ответил то же это самое. Должно быть следы Эскеля. В последнее время никто, кроме него, из замка не выезжал. Так, ну поехали. Включаем ведьмачье чучу и скачем. Но! Пройти по следу жеребца Эскеля, используя ведьмачье чутье. По дорога. Эскель едет по дорога. А, вы про... Не, ну он как бы все... Я надеялся на большие различия, а он просто, по сути, одну и ту же свою историю с различными... Плотва не так быстро! Так, тут я пропустил. А он, по сути, одну и ту же свою историю рассказывает просто немножко с разных ракурсов. Ну, то есть, как бы он все равно расскажет вам, что хочет рассказать. Здесь, судя по всему, горная дорога. О, ничего себе, что-то нашли. Чертеж смерти со спикерога. Отличное масло под трифограф. О, шикарно. Отлично, масло против огров, это сладенько. Так. О, хорош. Я думаю, здесь он долго не проездил. Сейчас мы доберемся до него. Уже. Это его конь. Ага. Это его Василек. Следы ног и козьих копыт. Интересно. Следы ног и козьих копыт? Эскель разбил лагерь. Должно быть, собирался побыть тут подольше. Улучшенное масло против драконидов. Две штуки. Ой, шикарно как. Драконидов. Ну, значит, собрался велохвоста убивать. Он же драконид, судя по всему. Так. Волки там ломают. Камни. И след обрывается. Замечательно. Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот козла... Надо только найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять след. Так вот же, это разве не козлиные эти?
Козел, козел, козел. Но он, если он его с собой привел, значит где-то должен быть запах козла. Он же должен был его, я не знаю, вести. О, что такое? Кусочки содранной коры. Похоже, козел и скелет терся о дерево. Терся о дерево? Лоб шерсти. Ух, точно, козлик. Отлично, сейчас по запаху будем. Козлик, наверное, скелю нужен, чтобы приманить вот этого велохвоста. Этот велохвост драконит. Что за фигня, драконит, велохвост? Ну, кстати, похоже на правду. Мы, по-моему, уже с велохвостом, кстати, дрались. О, уже видно. Видно врага. А вот и следы эскеля. Нос меня не подводит. Вон он. Что-то там нашел. Это он козлика. А, это козлик. Мы козлика сейчас принесем. Колокольчик. Какой милый. Сам же он привязался. Приманка для велохвостов притягивает даже ведьмаков. О. Дабы велохвоста приманить, колышку козу вервием привяжи. И среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий брата Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Ой, я там 26. Тебе столько и мне, обалдуй. Рад тебя видеть, наконец-то. Я тебя тоже, братишка. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? По-старому. От утопца к утопцу. И все? Я простой ведьмак. Не сражаюсь с драконами, не братаюсь с королями, не с королями. Не то, что некоторые. Впредь постараюсь ограничиться чародейками. Впредь постараюсь только спать с чародейками. Не сомневаюсь, что это самое приятное. Хотя, надо думать, не самое безопасное. Слышал? Летит. Все, сейчас мы его будем. О, интересно, он сбивается? Ой, да не то, не то, не то, не то, не то. Арбаль. Стопе, стопе, стопе. Квен. Гнусный же ты. Дракон. Реально дракон какой-то. Поехал Блэйдшторм. Уходит! По крыльям его! Стреляю, стреляю! Да что за фигня? Он улетел. Он раненый, подожди. Сейчас погнали за ним. Настичь велохвоста. Бежим, бежим, бежим со всех ног. Видишь, Геральт выносливый, у него стамина не тратится, когда он бежит. Не боишься оставлять коня внизу? Вдруг велохвост его подерет? Какое там? Василек, боевой конь каэдвенских кровей. Он справится, если что. Я рассказывал, откуда он у меня? Нет, наверное, нет. Так, нет. Как-то надо. Спас я одного рыцаря. Не туда бегу. Сам понимаешь, лес, ночь, волки, как всегда. И говорю ему, дашь мне то, что да. Дома застанешь. Опять! Ребенка не было, зато как раз кляча у него ожеребилась. Эскель и Василек связаны предназначением. Невероятная история. Потерял много крови. Артерия перебита. Кровище-то светлое. Вот бредут овечки по лугам на солнце. Блин, да я знаю же, как он бежал. Слышно? Колокольцы. Что это за песенка? Слышно колокольцы? Да, горская песенка. Как раз, чтобы лазить по скалам. Мамка мне пела. Помнишь ее? Только вот эту глупую песенку. Больше ничего. Интересно, у тебя память работает. Если ты можешь запомнить целую песню, то у тебя уже голова работала, будь здоров. А маму не помнишь, это как вообще? Хотя, учитывая, что им там по много лет, ниже дедушки. Здесь он приземлился. И не слишком ловко. Посмотри на следы. Он, похоже, сломал крыло. Ласточки на трава. О! Здесь смысл смотреться. И хорошо.
оттуда уже не убежит. Да, тема ведьмаков, они за помощь забирают детей. Да, они предназначением, типа, заберу то, что первое вижу. Так было с Цири, собственно. В книгах еще. Найти и убить Велохвоста. Оленья шкура. Можно переправить ее в готику и там продать. Ящики. Малый камень перу. Так, стопе. Ощущение, что я обратно иду. Нет, не обратно. Или обратно. Походу обратно. Реально обратно. Ну я и жопошник. Заблудиться в трех соснах. Давай, ползи. А вот он. Здравствуйте, Бетиарий Велохвост. Когда катавка? Не запланировано. Скорее. Ну хорошо. Собери ликвор и пойдем отсюда. Режь сзади сразу под черепом. Ден говорила, зачем ей это? Ян не объясняла, зачем ей это. То есть ты тоже не знаешь? И тебя это не беспокоит? Ну да, я ей доверяю. Нет, как-то. Не беспокоит. Я ей доверяю. А говорят, люди на ошибках учатся. Что? Ничего. Подожди, ну действительно. Ян чем-то тебе не нравится? Ну давай так прямо мне об этом и скажи. А ты так прямо и признай, что она тебя обманывала. Ни раз и ни два. Это в прошлом. Ян изменилась. Конечно. Ладно, неважно. Пойдем. Так. Кровь чудовища. Ой, вкусняха. Вернуться в Каэр Морхен. Ну, погнали. Там. Так. Скажи, плюс, что в данном мете в ХС актуально. Я не знаю, братан. Слушай-ка, а может сгоняем на перегонки? Посмотрим, кто быстрее, Плотва или Василек. Что скажешь? Конечно же... Это уже мне испытание. Я бы тебя на хромой свиньи обогнал. Ладно, почему нет? Сам ты хромою, свинья! Ага. Кто первый в Каэр Морхене, тот лучший! Так, конечно же, я хочу новое седло. А, ну, я пошла. Только, блин... Да, блинский. Что ж ты меня мувишь, говнюк? Я, может быть, не по... Может, я побежал не по тому пути? Да, походу, я побежал не по тому пути. Ой-ой-ой, я вообще не по тому пути побежал. Да, я совсем слез с тропы. Так, ох ты ж, господи. Хапа, не следи за картой. Да, что-то как-то по дорожке. Так, эскейп. Так, стопэ, я хочу обыграть его. Долгие поиски Цири и Геральта Кмыза, что ключом к разгадке тайны послужит Ума. Самый отвратительный человек на свете. Да не будет там седла. А что будет? Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили срезал путь знатоки злых чар. Ведьмачья крепость Каэр Морхен. А ты не повысил сложность, как хотел? Кстати, можно. Вернуться в Каэр Морхен. Стопэ. А здесь можно прямо сейчас? Настройки. Рой процесс.
Боли страдания на смерть. Только боли страдания. Ну вот, повысили. Так он меня сейчас будет драть, как сидорову козу. Так, F5. Лутни ящерицу. В жопу ящерицу. Мы с ней, по-моему, ничего не... Да блин, ски магнитофон, еще и ящерицу вам лутнуть. Ладно, все, верну за ящерицей. Не мучайте меня. Она мне, по-моему, нафиг не нужна. В ней ничего интересного нету. Улучшенные перчатки школы волка. Куда в ящерице перчатки школы волка? Откуда в ящерице чертеж перчатки школы волка? Кстати, школа волка меня не интересует. Я играю легкими атаками. Так, все. Слушай-ка, а может сгоняем на перегонки? Посмотрим, кто быстрее плату. С удовольствием. Тут. Кто первый в КР Морхене, тот лучший. Так. Вперед, плотва. Так, следим за зеленой штукой. Я хочу седло. Саша, седло. Нам ярость. Стопэ. Я понял, почему я в прошлый раз не туда свернул. Так, все, GPS на этот раз меня не подвел. Смотри, шею не сверни. Так, мувим его. Нет! Вырвался вперед, говнюк. Черт, а Кар Морхен, вот он. Нет! Нет, я его пропустил совсем чуть-чуть. Так. Так, F9. В жопу, я не хочу с тобой разговаривать. Выиграю на хромой свинье. Ну-ну. Я тебя недооценил. Точнее, Василька. Проворное бестие. А я тебя переоценил. Знал бы, что так легко пойдет, поставил бы, что... Нет. А что бы ты хотел? Ну, какая-то награда тебе полагается. Что бы ты хотел? Знаешь, я что-то последнее время все вспоминаю о махаканском спирте. Так он согревает. Достану тебе бутылку в следующий раз, обещаю. Ловлю на слове. Угу. Чёрта с два. Где мой сейф? Жопа. Эскейп. А, F9, по-моему, да? Так, да блин, скейп. Загрузка. Никакая не контрольная точка. Быстрое сохранение. Не мучайте меня, я выигрываю. Что ключом к разгадке тайны послужит ум. Вот что значит не знать, как сказать на лошади без потери энергии. Гони галопом. Проклятие следовало снять. Да. Надо галопом вообще все время. Так, жопа, жопа, дай мне мое стремя. Да хватит ЧСВ тешить, с удовольствием. Так. Я хочу подарок от него. За все гонки мне всегда давали подарок. Но. Так, вначале так, а теперь побежали. Говнюк быстрый. Давай отсюда. Ва. Так, сейчас будет резкий поворот перед водичкой. Это мы помним. Так, топим, топим, топим. Если надо было срезать все дела. Тут же гонка... ровно запас лошади. Ой, хорошо. Ну, наконец-то. Я тебя заждался. У меня седло сползало.
плохой балерине пачка мешает. Сам ты балерина, холера верховая. Тебе полагается какая-нибудь награда. Да ладно! Ну, если ты доставишь. Ладно, Эски. Да ну, ничего я от тебя не возьму. В крайнем случае, как-нибудь оставишь мне выпивку. Договорились. Ладно. Доброта моя доброта. Победить и награду не взять. Ладно, наверное, за это больше опыта дают. Так. О, мечишки. Первенца бы попросил. Да, кстати. Первое, что увидишь. Так, ну-ка. Опа! Нормас, работает, Сашкина. Он бы дал тебе сапожки? Блин, ладно, будем считать, что они были среднего размера. А мне нужны легкие. Провести вечер с другими ведьмаками. Вечер с другими ведьмаками? Ой, игрулю где-то прибарахлил. У нас есть все, что тебе нужно. Прекрасно. Ландер, приготовь аппаратуру. Эскель, пойди. Пока еще я тут распоряжаюсь, а не ты, моя дорогая. Не ты. Я думала, мы договорились, что возьмемся за Уму, по-моему. Я сказал, что мы тебе поможем. Только и всего. Не знаю, что ты хочешь с ним сделать. Ты все еще не соизволила рассказать. Но ведь это будет небезопасно, да? Ну, вообще так. Как я и думал. Поэтому сперва испробуем другой, более мягкий способ. Что за способ? Что это за способ? Он основан на народных традициях. Я пользовался им множество раз. К примеру, когда расколдовывал Повисского лебедя в 1211-м. Я заберу Уму в горы. И что, будете вместе выть на Луну? Следи за языком. Ты не с Геральтом разговариваешь? Нет, мы не будем выть на Луну. Я положу его на могильную плиту и в полночь подам ему отвар болиголова, выросшего на... А впрочем, не вижу нужды тебе объяснять. Дорога, Средж. По моему мнению. Я его знаю, но я не прошу согласия, а говорю, как будет. Я вернусь на рассвете с Умой или с тем, кто в нем скрыт. Так, что будем делать в свободный вечер? Весемир говорил, что надо бы заменить балки под крышей, ну, на башне. Можно этим заняться. Фейспалмит там на заднем плане. А еще можно напиться. Это меня как-то больше привлекает. Я тоже не откажусь от стаканчика, а то и двух. Стало быть, проголосовали. Хорошо, но через минуту. Нам с Геральтом надо поговорить. Хо-хо! Звучит серьезно. Еще увидимся. Что я опять натворил? Что я снова натворил? Ничего, я хотела тебя на минутку задержать. Так, чтобы ребята не учуяли, что мы будем делать. А что мы будем делать? Пойдем наверх и займемся любовью. Ты обходишься без намеков. Я слишком стара, чтобы изображать стыдливого подростка. Разве что ты меня попросишь. Так что идем, ты потом к ним присоединишься. Через часик или через два.
Не обижайся, но нет, я что, дурак, что ли? Ловлю на слове. Прошло 5 минут. Ох уж этот внешний вид. Ох уж этот внешний вид Геральта. Йеннифер. Рога зачем-то показали. Портанов на бабу променял, фу. Волки побежали. Волки загоняют оленя. Вот это, конечно, эвфемизм. Те же дети смотрят. Нормально. Давай погоняем оленя. Руки на стол. Это ролл-плей хапа. Так-так. Голубки все-таки решили к нам присоединиться. Не заскучали? Ты сам слышал, Ламберт. И потом, это не наше дело. Ох, Йен, рюмок у нас нет. Будешь из кубка пить? Хоть из банки. А. Правильно. Может, не будем надираться молча? Хоть новостями обменяемся? Так сейчас она уже... Где ты был, Ламберт? Эскель, чем ты занимался? Где был, Эскель? В Альдерсберге. Охотился на высшего вампира. Ого! Опасные твари. И привередливые. Эту особь интересовали только девицы из высшего общества. Прям как меня. Ламберт, нас не интересуют твои фантазии. Что до вампира, даже мне интересно, что у тебя вышло. Мой заказчик устроил бал для городской знати, чтобы выманить вампира. Я был в маске. И должен сказать, в жизни у меня не было такого успеха у женщин, как в ту ночь. Развлекаешься на работе, плохая, что с вампиром? Ну, конечно же, что с вампиром. Развлекаться на работе — это то, что надо. Я сговорился с одной юной алхимичкой. Она нагрузилась всем под завязку. И с штехом, водкой, грибами, и вышла в сад. Вампир нашел ее, напился, так что и боя-то толком не было. Современная сказка. Да, кстати. А что с алхимичкой? Все в порядке. Потеряла немного крови. Самым тяжким было похмелье. Она с месяц один рассол пила. Господи, боже мой. Вот это ты на это. Что у тебя, Ламберт? Когда мы виделись в последний раз, ты собирался на запад? Да. У меня был контракт в Ланексетере. И, надо сказать, довольно выгодный. В Ковере золото немерено. Лучше Трис или Йен? Знаешь, сколько там дают за утопца? Циц, я сейчас рассказываю. Так вот, им докучал великан. Грабил караваны, народ Йен утаскивал. Каноничнее. И гадил на большаках, которые из-за того становились ужасно скользкими. Хватит нагнетать, переходи к делу. Ладно, оказалось, никакой это не великан, а толстый лесной тролль. А караваны грабила шайка разбойников. И что ты сделал? Убил разбойников, чтобы на дороге было спокойно. Потом тролля. Награду за его голову давали. Тролля мог бы пощадить, прагматичный, как всегда. Ты мог бы пощадить тролля. А потом жрать корешки и спать в придорожных канавах? Мне были нужны деньги. А по троллю никто не платит. Ну да, прагматичный. Помянем, бедолагу. Помянем. Жалко троллей, все тролли в этой игре хорошие. Вообще все. В последнее время столько всего приключилось. Короли, драконы, заговоры, а потом... Потом я нашел Йен.
Мы страшно за тебя переживали. Но лучше расскажи, что там с Умой? Долгая история. Я шел по следам Цири. Велен, Скеллиге. В Новиграде снова пришлось спасать Лютика. Его опять поймали в кровати с кем-нибудь не тем. Раз уж зашла речь о старых друзьях Ебли и Новиграде, как там Трис? Ой. Так, есть правильный ответ. Конечно же, первое. Отъебись, Ламберт. О-хо-хо, похоже, я задел за живое. Ламберт, это уже не смешно. Ну ладно, тогда вернемся к серьезным вещам. Я не ругался. Что хочешь делать с Умой? Я уже сказала, завтра расскажу. Давай рассказывай, уже за полночь. Толково. Я подвергну его испытанию травами. Но только если... Ты, сука, что? Повежливей. А ты слышал, как... Второй раз просить не буду. Я извиняюсь. Ты собралась сделать из него ведьмака? Разумеется, нет. Я хотела сказать, что проведу его через первую часть испытания, потому что... Потому что хочешь посмотреть, как он мучается? Не перебивай. Иначе я посмотрю, как мучаешься ты. Чтобы вернуть Уме прежний облик, надо сначала... Как бы это объяснить... Представьте себе кусок глины. Чтобы придать ему форму, надо сперва его вымочить, иначе он рассыпется. Первая часть испытания именно это и делает. Она как бы открывает тело к переменам, и только потом мутагены превращают человека в ведьмака. Угу. Сразу вопрос. Какие шансы, что Ума выживет? Небольшие, но выбора нет. Разве что Весемир провернет этот свой трюк с болиголовом. Старик свое дело знает. Ну, знает, но это, скорее всего, куда более крутая штука. Это будет первое испытание за многие годы. Я знала, что ты будешь осторожничать. Да при чем тут осторожность? Все секреты давным-давно забыты. И нечего их вспоминать. Я не предлагаю налаживать производство ведьмаков. И не надо. Видишь ли, до этого момента у нас был отличный предлог не брать учеников. Это надо обсудить. В другой раз. Кому еще? О, мне. Только закуска кончилась. Геральт, не сгоняешь на кухню? Хм. Господа, была рада с вами выпить. С тобой, Ламберт, особенно. Но час уже поздний. Не засиживайтесь. Завтра важный день. Не послушал. Они никогда не слушают. Ты о чем? У Эскеля тут был контракт на самовиллу. Отличная история. Сейчас расскажу. Только долей сперва. Моя печень. Это что? Мучильня. Одна часть спирта, одна часть белой голубки. Ну что смотришь? Ян ушла спать. Пора переходить к серьезным напиткам. Тогда давай еще по одной. Ну, до дна. Мучили. Тем временем Наркку подписался. Спасибо большое, Наркку. Вот тебе брюфист. И обнимашки. Спасибо. Мучильно, господи. Они еще алкашку мешают с какими-то травами, больные упыри. Вот это вы больные. Господи, бухач по-ведьмачьи. Так что там было с этого? Давайте развлечемся. Может, сыграем в карты? Так, давайте развлечемся, ребята. Эй, давайте устроим что-нибудь веселое. Что, тебе с нами скучно? Нет, просто все. Неспешно. Красавчик прав, слушайте. Меня ксенфуртский студент научил одной игре. Что? Говоришь, я никогда не... И продолжаешь как угодно. Тот, кто это делал, пьет до дна. Потом следующий, то же самое. Ну, давай попробуем. Начинай. Я никогда не спал с суккубом.
Выпить, пропустить ход. Я никогда не спал с суккубом. А мы спали с суккубом? Конечно же спали. Ага, бедный Ламберт, не спал с суккубом. Вот так так. С Геральтом-то все понятно. Но ты... Эскель, Эскель. Вот уж в тихом омуте. У меня слабость к рогатым женщинам. Ладно, моя очередь. Я никогда не просыпался после попойки в одних подштаниках. Ну, это сразу... Это я с татухой просыпался. Гер, с Ламбертом все понятно, но ты... Что сказал бы папочка Весемир? Думаю, папочка Весемир тоже бы выпил. Ладно, Геральт, твой ход. Я никогда не... Я никогда не принимал физштех, никогда не прыгал из окна любовницы. Это, скорее всего, спулить Ламберта или спулить Эскеля. Я никогда не принимал физштех. А, давайте... Ну, физштех — это скучно, я думаю, что... Я думаю, второй, я никогда не выпрыгивал из окна любовницы. Я не выпрыгивал из окна любовницы. Крепкий, должно быть, был муж у этой твоей дамочки. Не в том дело. Это был друг. Я не хотел причинить ему боль. Да, вот она, настоящая дружба. Да. Ладно, господа, давайте заканчивать. А то я вам в глаза смотреть не смогу. Холодно тут, как у ледяного великана в жопе. Господа, сейчас вернусь. Пасу и вернусь. Ага. Как у тебя с Ламбертом? По-моему, не холодно. По-моему, не холодно. Как у тебя с Ламбертом? По-моему, не холодно это. Вы с ладите? Базар. Пожалуй. Я просто привык, что при нем не стоит говорить о некоторых вещах. Их, наверное, целый список. Ну да. Здорово. Молодцы. Развлекаетесь, значит. Алкоголь, должен вам сказать, злейший враг ведьмака. Откуда ты выкопал этот чепчик? Из сундука Весемира. Писк моды 1112-го. Старик, небось, в нем по девкам ходил. Или, как тогда говорили, кадрил мамзелей. Мальчик, ведьмачья работа. Это вам не карты и выпивка. Это тяжелый труд. Не нам лопочут младенцы. Не нам. Ладно, ладно. Нам и одного Весемира хватает. Снимай, пока не испачкал. И наливай. Ох, и налью, Эскель, налью до краев. Потому что без водки ты сухой, как щитовод в гипсе. Господи, они хреначат водку из стакана? Это ужасно просто. Так что там, с Самовилой? Да вот затянул одного пейзанина танцевать. А тут нет бы обрадоваться, что живым ушел. Влюбился в нее по уши. Mm-hmm. Хотел, чтобы я ее поймал. Я отказал, он пошел сам ловить, рыболовный сетью. Mm-hmm. Думается мне, они до сих пор по стерне мазурку пляшут. Отличная история. И с моралью. И что за мораль? Держись подальше от опасных женщин. Угу. Ладно, давайте сменим тему, оставь Йен в покое. Ты когда-нибудь оставишь Йен в покое? Ага, когда начну ей доверять. Ты ради нее в огонь готов прыгнуть. Она с тобой играется. Ой, мужики на кухне. Вот холера, нашлись эксперты. Ни один, ни другой с чародейками-то не были. Не без причины. Ага. Ладно, отстань от красавчика, пока он не разбухтелся. Видишь, уже даже мину эту обиженную состроил. Пей, Геральт, за тебя и Йен, чтобы у вас все было хорошо. Так. Просто бухают. Ведьмаков алкоголь меньше берет.
Водка. Водка кончилась. Сгоняйте за добавкой. Я уже ходил за жратвой. Ладно. Схожу. Кухнешь сам? Ламберт. Ламберт, дружище, я вот что тебе скажу. Ну? Иногда прямо такая свинья, но я тебя люблю, братик. А ты иногда жуткий мастун. Ну вот ведь, сука, я же за тобой в огонь пойду. Пойди сюда, дубина. Так, холера, разбил. Хорошо, хоть пустая. Где Эскель? Долго его нет, надо бы его поискать. Это работа для весны. Начинай, сними уже эту шляпу. Куда этот молокосос подевался? Может, он того? В опасности? Господи боже мой. Мы идем на помощь. О боже. Найти Эскеля, используя ведьмачье чутье. Эскель, давай, давай. Это Эскель? Его следы, господи боже мой. Эскель! Эскель! Господи. Эскель! Эскель, неси бухать. Краснолюдский спирт. Господи боже мой. Эскель, давай, давай. Господи боже мой. Упыри, господи. Эскель! Бутылка воды, давайте. Пинчуга, вылезай! Чуть карточку Ламберта не заработал. Эскель, давай, давай! Ведьмаки же не пьянеют, конечно пьянеют. О, ученика Бродника, ремонтный набор. Эскель! Что-то он... Пинчуга, вылезай! Что-то он, конечно... Того. Эскель! Эскель! Так, подожди, Эскель! Стоп. Эскель! Все, там можно уже выходить. Просто не прогрузилось. Угу. Господи, эти следы, это просто Эскель! Произведение искусства. Пинчуга, вылезай! Куда ты вышел-то? Эй, слышишь? Как дыхание раненой виверны? Господи. Лера, значит... По-моему... Ага. Поранился. Где-то здесь. Держись, брат! Мы идем! Дыхание раненой виверны. Колокольчик. Эскель! Вот же он. Со своим верным звоночком. Эй! Эскель! Подъем! А? Что? Что случилось? Набрались мы в три жопы. Вот что случилось. Понятно. Вставай, пошли пить. Оставьте меня. Я сейчас сблюю. Стоит нам втроем собраться, всегда этим кончается. Значит, надо найти четвертого. А еще лучше бабу. Кроме Йен тут никого нет. Ее лучше не будить, поверьте мне. А что та чародейка, с которой ты говорил? Ты подумай. Мы... Включим мегаскоп, пригласим ее вежливо, а она к нам телепортируется. Отлично. Подружек прихватит. Ну, что скажете? Шикарно. Ты гений. Ламберт, ты гений. А то. Приглашаем Ламберт на вечеринку. Да, сука, приглашаем. Хорош, господи. О, боже. Как это работает? Ну, тут покрутить, там повернуть, а потом... Надо сказать что-нибудь по-эльфски. Говно вопрос. Ну, за дело? Стойте-ка, а когда эта Ида нас увидит, мы ее напугаем. В смысле, на магичку-то мы не похожи. Я знаю. Переоденемся в платье Йеннифер. Сумки ее там. Ты что, это собрался надевать? Заткнись, умник.
А то так корсет затяну, что все штаны засрешь. Мы в лесу платье идеальное. Не но, Эс. Сейчас будешь весь в ми-ми-ми... В мишуре. Только никому не рассказывайте, ясно? Никому! Отличный план, ребята. Осмотреть багаж Йеннифер. Барахла натащила? Я уж решил, она тут жить сломалась. Платье, предмет из комплекта. Так, где штанишки? Вещи для заданий. Ноги. Да, да! Будто на тебя шили. Сновато только. Одевай, давай. Не, не это. Оно тебе по фигуре не подойдет. Господи, Эскель, холера! У тебя ж талия осиная. А ты сам осина. Ну ладно, давайте же. Я в этой штуке еле дышу. Так, я буду говорить, а вы двое занимайтесь кристаллами. Каэдмил, блядь, хойна. Фокус-покус, чармары, арсблатана. Что это? Кто там? Я очень извиняюсь. Мы ошиблись. Сразу! Бумага кончилась, ваше превосходительство. Не ты, баран. Ложа! Ложа хочет меня убить! Надеюсь, у вас есть объяснение происходящему. Очень хорошее объяснение. Иди в кровать. Сейчас же. Проклятие. Дурацкий сон. Дети уже встали? Дети уже встали. К сожалению, не сработал план Весемира. Вижу, все уже на ногах. Разит перегаром. Эта шляпа дорога мне как память, Ландов. Успокойся, все отстирается. В угол их потом поставишь, а сейчас за работу. Весемир узнал что-нибудь? Пока вы носились за велохвостами и играли с мегаскопом, я осмотрел Уму. И вот что я заметил. Когда его сознание, скажем так, расслаблено, он ведет себя по-другому. Когда он засыпает, у него движения меняются, взгляд, но только на мгновение. Поэтому я ввел его в транс. Сначала ничего не происходило, но когда он впал в летаргическую фазу, я что-то услышал. Вздох или стон. И это был не голос Умы. Не представляю, как нам это поможет. Тогда молчи. Спасибо, Весемир. И прости за то, что я тебе наговорила. Парни рассказали, что мы собираемся делать? Да. И мне это не нравится. Но я доверяю тебе. Ну ладно, и что теперь? Можно начинать. Надо только приготовить зелье. А почему мы не... Почему не сделали этого раньше? Потому что препараты для испытания крайне реактивны. Их надо использовать сразу после приготовления. Ты доволен? Геральт, приготовь эликсиры. А ты, Эскель, возьми бутыль спирта. О, нет. После прошлой ночи я... И продезинфицируй инструменты. Ну, мальчики, раз, два, раз, два. Он запах не переносит теперь. Экстракты трав. Не знаешь, кто скрыт. Ликвор велохвоста, ядовитые железы мантикора. Изик Брукс альбиноса.
Хорошо. Приготовить экстракты трав. Это как вообще? Наверное, надо в алхимию зайти. Вещи для заданий, скорее всего, будут. Задания. Экстракты трав. Вот, да. Все у меня есть. Сготовить предмет. Успешная работа, экстракты трав. Шикарно. Отнести эликсир Йеннифер. Я принес. Инструменты тоже. Хорошо. Что это на день? Я без штанов. Чёртова корня, чтобы приглушить боль. Я знаю. Я это уже делал. Эски, надсеки ему вены и вставь трубки. Геральт, расставь эликсиры по подставкам. Готово. Тогда открывай клапаны. В любом порядке. Ну, погнали. Террас в любом порядке-то. Я без штанов стою. Чертов корень подействовал? Если бы он не подействовал, Ума уже впал бы в болевой шок и умер. Значит, все в порядке? Нет. Но в пределах нормы. Давай следующий эликсир. Трагедия что-то. Жесткая хрень. Я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть. Зачем тогда оставил стол? Потому что лучше иметь возможность, следующее зелье, чем не иметь ее. Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают свое дело. День. Или даже больше. Да, вы ждите. А мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм Умы не так гибок, как у юного кандидата в Ведьмаки. Без помощи он... Ну, понятно. Эскель, прости. Ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. Тем временем Star Matrix подписался. 5-й месяц кряду, вот тебе брофист. И обнимашки. Я не верю, что мы это делаем. Спасибо, братан. Вытираем блевотину с пола? Я про испытание. Я в трусах. Если там Цири, испытание может уничтожить ее тело. Или выжечь эмоции. Ты думал об этом? У нас нет выбора, Ян знает, что делает. Ян знает, что делает. Не сомневаюсь. Но мы-то знаем, что она делает. Она тебе говорила, какой шанс, что все получится. Господа, пол чище уже не будет. А меня надо бы протереть. Не обижайся, но я бы предпочла, чтобы это сделал Геральт. Понятное дело. Я тоже. Да, тело Умы распадается изнутри. Когда процесс завершится, надо будет сформировать его заново, или он умрет. Вам, ведьмакам, давали для этого мутагены, а мы будем использовать заклинания. Угу. Ян, ты засыпаешь.
Вот и нет. Угу. Вот и да. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Могу тебя ущипнуть. Может, позже? А сейчас просто расскажи мне что-нибудь. Ну, а я хочу... Дайте, я хочу сначала... Как Лютик купил мне меч или рассказал, как я катался с Цири на коньках? Я думаю, здесь правильнее рассказать про то, как ты катался, типа, с Цири на коньках, все дела. Типа, чтобы она поняла, как это важно. Или наоборот, чтобы она забыла, немного расслабилась из-за того, что это Цири. Я думаю, про Лютика правильнее рассказывать. Я рассказывал, как Лютик купил мне меч. Лучше. Это в Кероке? После того, как мы... Решили разойтись, да. Мой меч делся куда-то, а Лютик об этом узнал и купил мне новый. Пришел ко мне весь светится. Лучшая веролетская сталь, цена отличная, до того низкая, я будто продавца обокрал. И разлетелся тот клинок после первого же блока. Он проснулся. Пора. Пора снимать заклятие. Готовь филактерий. Угу. Сячу ведьмак в трусах. Потому что... Нужно иметь доступ. Танеатот. Мавит. Сиви. Тут поиски просто на полу спали. Алива. Хандио. Нет. Нет, не позволю. Желтый флакон у меня в сумке. Тихо. Слушай. Коль. Нет. Мерит себе. Коль. Конец. Мерит. Арива. Энди. Ничего себе, сразу в труселях? Я не понял, это какой-то чувак? А, это тот чувак в маске, судя по всему. Эльф. Авалак, ты знаешь его? Да, эльф. Айн Эйвен. Знающий. Так стильно одеваются? Нет, Цири. Он помог себя расколдовать? Остров туманов. Но там... Там небезопасно. Охота. Блин, его расспрашивать это сейчас полная фигня. Что хоть от нее надо? Блин, понятно, что охотить от нее остров надо. Остров туманов, где это? Повсюду. И нигде. Слушай, знающий, мы снимали заклятие не для того, чтобы в загадки с тобой играть. Рейвейн. Арвейн. Кирейн. На Скеллиге. Плыви за ним. Во мглу. Торопись. Быстрей! Я пытался защитить ее, но проклятие! Охота еще не нашла остров. Пока это вопрос времени. Но если она уйдет, они найдут ее сразу. Хватит, Геральт. Смерть еще не отпустила его. Так, отправляемся за Цири. Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам кое-что рассказать? Откуда ты знаешь этого Авалакха? Какое он имеет отношение к Цири? Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг.
Может и нет. Но Цири ему доверяла. И отмахиваться от его слов не стоит. Ты слышал, что он сказал? Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Да, что ты предлагаешь, братан? Что ты предлагаешь? Цири не может убегать вечно. Однажды она запнется, и второго шанса у нее не будет. Угу. Пора добыче стать охотником. Геральт найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы пятеро? В этой развалюхе? А у нас есть выбор? Кроме того, зачем откладывать неизбежное? Ничего себе. Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, которые умеют мечом махать. Или владеют магией. Конечно, я соберу союзников. Хорошо, я заберу Цири и найду союзников. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. О, так а вообще. Что собираетесь делать? Мне придется заботиться об Авалахе. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу ему, шансы есть. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Мальчики. Добро. Пора в дорогу. Удачи тебе, Болт. Короче, надо всех и собрать. Передавай привет ласточке. Возвращайся быстрее, Геральт. Угу. Обойти знакомых, чтобы набрать союзника для битвы с дикой охотой. Ой, да там, короче... Господи, кого же там можно набрать? Господи, там вообще... Йорвита в этой игре нету. Там же можно вообще Дикстру, Роше, Золтан, Лютик, чуваки Краханкрайт, Керис, Япона Макарона, Лето. Ой, да там вообще такую... Там такую ватагу гопников можно собрать. Так, а что это стальное оружие? Тут оружие стальное на урон, а тут больше дамаги. А, ну и, кстати, и всего лучше, так что... Всего больше, так что пока так. Так, обойти знакомых, чтобы набрать сильников для битвы, отправиться на Скеллиге. Братья по оружию Скеллиге, отслеживать задание. А, это вот новое задание, братья по оружию. Говорит с Мышавуром, с Крахом, с Керис. Братья по оружию и Новиград. А-а! Ну, прежде чем идти за Цири, мне надо всех. Братья по оружию Нильфгард. Господи, это все города обойти надо. Братья по оружию Вилен. О, боже. Так, где фаст тревел, ребят? Фаст тревел снаружи. Fuck my life. Мы Шавуром, с Крахом, с Керис. Ну поехали, чё. Так. Ну вот. Недолго я шел за... Так вот Цири, собственно, и погибла. Блин, есть фаст тревел-то? Япона Макарона, что ж вы сделаете-то со мной, гады? Легкий доспех, броня плюс 9, почему-то у меня здесь старые перчи висят. Все легкое. Угу. Так, F5. Братья по оружию Новиград. Сначала куда поедем?
Ну ладно, давайте в каком порядке они появляются, в таком порядке и пойдем. Хотя, может быть, там есть левел. Задание. 22-й. Нильфгард Келлиге. Отправиться на Скеллиге. Давайте, учитывая, что мне надо отправиться на Скеллиге для задания по острову туманов, то на Скеллиге мы отправимся в самый последний момент. Поговорить с Трис. Помочь Трис с ее делами в Новиграде. Золтаном сражаясь с Дикстрой. Поехали в Новиград, друзья. Золтан вообще изикатыч, просто сразу ко мне присоединиться. Надо не забывать, блин, а лето, с лета даже не надо поговорить. Лето надо поговорить, но его надо как-то найти. Я думаю, он поможет. Он сказал же, что он, типа, он вообще должен в Каэр Морхен отправиться. Почему лето не в Каэр Морхене? Какого рожна? Жопа лысая. Так, там фаст тревел снаружи же есть, да? Да, вот. Дуванчик. Так, едем в Новиград. Каэр Морхен находится вообще далеко на севере. Едем в Новиград. Где у нас Золтан здесь будет? Золтан должен быть в таверне, прям какой-то в Новиграде. Расколдовать уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям. Потому что он не из школы волка. Какая разница, он сказал, что он поедет в Каэр Морхен. Его школа, то ли там змеи, то ли кого он там. Во время ее бегства от дикой охоты. Авалак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Так, поговорить с Золтаном. Так, это... Поговорить с Золотом. Fast Travel до ворота иерархов можно сделать. Ворота иерархов, пожалуйста. Нильфгардская империя стремительно расширяется и завоевала уже много государств. Сейчас она ведет. Ничего она не колдовала. Даю слово. Так это слово что, какой-то... эльфа стоит меньше, чем людское говно. Да? Слово эльфа стоит меньше, чем людское говно. Тут расизм какой-то. О! Видите, Мур? И ведь туда пихается погонь вшивая в корчму к нормальным людям. Оставь! Ты не на службе! Чё за урод? Ведьма! Золтан! Да! Насчет этих карт. Насчет карт. Они у тебя? Еще нет. То в чем дело? То ты по мне соскучился? Не время языком чесать. Не, Золтан. Надо раздобыть карты. Судя по всему, надо раздобыть карты. Золтан. Да. Ты же не будешь мне помогать, наверное. Хотя он должен мне просто так помочь. Я знаю, где Цири. Так что же мы здесь делаем? Поехали за ней. Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Я хочу, чтобы ты отправился в Каэр Морхен. Я привезу Цири туда. Вскоре после этого по крепости ударит дикая охота, и тогда твой топор нам очень пригодится. Можешь рассчитывать на меня и на мой топор. Вот, Золтаном. Спасибо, увидимся на месте. Весемир, Эскель и Ламберт уже там. Хорош. Хорошо. Хорошо, поговорить с Дикстрой. Так, где Дикстра тусит? Ногами добежим. Шевелись, плотва. Лютика позови. А, Лютик не боец. Чего его звать? Хотя, может быть, он кого-то притащит. Где у нас сейчас Лютик? Не, я всех позову, всех, кого мне зовут по заданию. Конечно же, Лютика надо звать. Всех надо звать. Там армия нужна, ёпрос, это дикая охота, это не какой-то там злой дух. Это сраная армия конных летающих войск. Нам жопа вообще. Я вообще не вижу смысла драться с ними особого. Их надо валить, они же...
Так, судя по всему, надо спуститься. Баночка бриллиантина, это что такое? Армия. В жизни надо рисковать, а то все просрешь. О, Евнух наш любимый. Здорово, пес. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Ну вот этот со мной согласится пойти только... Я сомневался, обращаться ли к тебе. Что там? Мне нужна помощь. О, тебе нужна моя помощь? Это даже интересно. Излагай. Я знаю, что скоро дикая охота нападет на Каэр Морхен. Я пытаюсь собрать все возможные силы и средства, чтобы дать ей бой. Дикая охота? Только не говори мне, что ты веришь в эти бредни. Это не бредни. Я убедился в этом довольно болезненным образом на собственной шкуре. Угу. Прости, но у меня сейчас полно своих неприятностей. Я все еще не отыскал свою пропажу, а твоя помощь пошла псу под хвост. Так что я тебе ничего не должен. А, все, просто Дикстер со мной не пойдет. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Мне пора. И у меня дела найдутся. Может быть, он... Эй, ты! Блин, может быть, ему надо было квест сделать, а я квест не сделал, теперь он меня просто послал в задницу. Так, сюда мы. Убежище тимирских партизан. О боже, минус Дикстра. Блин, а как я же шел по его квесту, только я его недовыполнил. Так, там проход-то будет? Мне просто туда надо. Очень надеюсь, что здесь проход есть. Ой, слава богу, он здесь есть. Охренячий проход. Я просто зашел в какую-то... О боже, верно, ну-то я помог. Верно, ну помог, я с Бьянкой помог ему. Да япона ж макарона, что ж ты будешь делать-то? Так, мне здесь вообще не нравится. Как здесь подняться? Может быть, здесь лифт есть какой-то? Кстати, здесь сундук. Кавалерийское седло арены. Лол. Седло на халяву нашел. 60 энергия, а у меня энергия 75. Кикирую. Так. Жопа, что Новый год. Как же я неудачно здесь пошел. Судя по всему, пока я бегу по Латвани. Ой, проголодалась. Просто иди по точкам. Да мне не по точкам надо, Ян, к святому Григору надо. Наконец начнете уважать купцов. Товар, который вы нам предлагаете, это просто оскорбление для моих... Не в ту сторону просто с самого начала побежал. Аль, подожди. Аль, здесь можно подняться. Да, здесь, походу, ну, можно подняться. Ух, погнали. Эй! Не вздумай меня записить, жопа. Буду тебе... Так, значит, смотрим, поднимаемся здесь. И да, отлично. Каждым твоим шагом. Пусюшка, я под мост, наверное, там можно ТП сделать. Слушай, я даже, мне в голову даже не приходило, что там подняться нельзя. Во-первых, я просто бежал до штуки. Так, убежище тимерских партизан. Так, полетели. Только ведьмака этой братве не хватало. Ой, да не ной. Блин, Роше, братан, пожалуйста, не подведи меня. Ведьмак ведь не может острым сразить, а?
Как все это кончится? Думаю, бордель открыть. Вы здесь. И